Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать широкую красивую ленту в технике ленточного кружева. Она одинаково смотрится как по лицевой, так и по изнаночной стороне. Такая лента может быть основой для создания полотна в технике ленточного кружева. И можете использовать ее для декора вязаного изделия или в различных кружевах, допустим, в ирландском кружеве. Также я хочу показать вам выполнение варианта этой ленты. Мы будем в процессе работы, я покажу, как выполнить такой вариант. Выполняется все точно так же, только пышные столбики заменяются просто на столбик с одним накидом. Использовала здесь пряжу секционного крошения. Видите, лента смотрится совсем по-другому. Приступим к работе. Для работы нам потребуется пряжа и крючок. Начинаем выполнение нашей ленты с одной воздушной петелечки. Далее вяжем еще 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее выполняем столбик с 8 накидами. Очень внимательно. 8 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я накиды подтягиваю к краю крючка, хорошо подтягиваю нить и придерживаю пальчиком. Это я делаю, чтобы мой столбик был аккуратным и вершинка столбика не вытягивалась. Далее ввожу крючок в первую воздушную петелечку, захватываю рабочую нить и начинаю провязывать столбик с 8 накидами. И обязательно считаю, проверяю себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнила все верно. Петелечки на крючке провязываю. Далее я выполняю одну воздушную петелечку и буду вязать столбики без накида под наш столбик с 8 накидами. Вяжем 1, 2, 3. Над третьим столбиком я выполняю пико из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Ввожу крючок в вершинку и выполняю соединительную. Наше пико готово. Далее продолжаю выполнение столбиков без накида. Выполняю еще 14 столбиков без накида. Считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и последний 14 столбик выполнили. Далее работу разворачиваем. Мы выполняем 5 воздушных петелечек подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее накид на крючок. Очень внимательно. Первая, вторая вершинка и в третью вводим крючок. Захватываем рабочую нить и вытягиваем
на высоту столбика с одним накидом. Выполнили первую натяжечку. Таких натяжечек мы должны выполнить 3. Первая готова. Далее вторая натяжечка. И третья. Выполнили. Захватываем рабочую нить. Провязываем все петли на крючке, кроме одной рабочей. Далее провязываем 2 петелечки. Мы с вами выполнили пышный столбик на 3 натяжки и завершили его в 2 приема. Далее над этим столбиком выполняем пику из 3 воздушных. 3 воздушных, вводим крючок, захватываем вот таким образом 2 нити, выполняем соединительную. Далее 2 воздушные. Накид на крючок, пропускаем одну вершинку, в следующую вводим крючок и выполняем точно такой же столбик с пико. Давайте повторим выполнение. Раз, два, три. И через 2 петелечки. И пико. Две воздушные. Накид. Всего мы таких столбиков должны связать 5. 2 готово. Осталось еще выполнить 3. Выполняем через 1 столбик. Мы выполнили 5 пышных столбиков. Между ними 2 воздушные. Над ними пико выполнили из 3 воздушных. И далее будем выполнять столбик с 8 накидами. Обращаю ваше внимание, что наш первый сегментик готов, и далее у нас будут действия повторяться. То есть мы выполняем с вами столбик с 8 накидами. Вводить будем, точнее провязывать наш столбик в воздушную петелечку. Вы заранее можете ее вот хорошо еще оттянуть вот таким образом, чтобы было удобно провязывать наш столбик. Это воздушная петля, выполненная в начале ряда столбиков без накида. И выполняем накиды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Подтягиваем хорошо. Вводим крючок в нашу воздушную. Захватываем рабочую нить. Начинаем выполнение нашего столбика. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 и 2 петелечки. Провязали столбик с 8 накидами. Далее 1 воздушная. И выполняем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Пико из 3 воздушных над этим столбиком. Выполнили. И далее 14 столбиков без накида. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13 и 14. Выполнили. Далее работу разворачиваем. Выполняем 1, 2, 3, 4. 5 воздушных. Накид на крючок,
первую, вторую вершинку пропускаем, в третью вводим крючок и выполняем наш пышный столбик, завершенный в два приема. На три натяжечки. Первая натяжка готова, вторая и третья. Провязываем и еще раз провязываем. Пику из трех воздушных. Раз, два, три. Две воздушные. Далее накид. Одну вершинку пропускаем, в следующую вводим крючок и выполняем точно такой же столбик. Раз, два, три. И провязываем два приема. И пико. И опять две воздушные. Напоминаю, всего должно 5 таких столбиков быть. Мы с вами выполнили пышные столбики, и я уже выполнила столбик с 8 накидами. Далее у нас будет повторяться все то же самое, точно так же, как мы с вами связали наш сегментик. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание, у нас немножечко, видите, вытянулась вершинка столбика. И я покажу, как можно избежать этой протяжечки. После того, как наш столбик готов, мы начинаем его обвязывать. Одна воздушная петелечка. Не затягивайте ее сильно. Далее. Три столбика без накида. Раз. Два. Три. И пико из трех воздушных. Все выполняем, как мы выполняли ранее. Далее выполняем 14 столбиков без накида. Последний столбик мы не довязываем. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13. И у нас остается 14 столбик. Мы его выполняем незавершенным. Далее вводим крючок вокруг наших вытянувшихся ниточек. И выполняем еще один столбик без накида, незавершенный. И далее просто их провязываем с общей вершинкой. Вот таким образом. Видите, все ниточки исчезли, рисунок не изменился. И мы работу разворачиваем. Выполняем арочку из 5 воздушных. Раз, два, три, четыре, пять. Опять же накид, отступаем первую вершинку, вторую и в третью вводим крючок. То есть выполняем все абсолютно то же самое. Давайте я выполню этот столбик уже. Вот такая маленькая хитрость, а тем не менее полотно будет аккуратно и красиво у вас смотреться. Вот видите, абсолютно нет никаких протяжечек. Далее вы выполняете пышные столбики и уже вяжете ленту на необходимую вам длину. Сегодня мы с вами научились вязать ажурную красивую ленту в технике ленточного кружева. Лента одинаково красиво смотрится как с одной, так и с другой стороны. Вы можете украсить такой лентой готовое изделие. Можете целое полотно выполнить из таких лент. Можно использовать такую ленту в ирландской технике. И точно такая же лента, только я пышные столбики с пико заменила столбиками с одним накидом. И взяла пряжу секционного крошения. Вот так будет смотреться наша лента.
Творческих вам успехов!